Крестьяне Южного Казахстана возмущены низкой стоимостью хлопка. Многие из них вынуждены отказаться от выращивания белого золота. Ведь работа, отнимающая массу сил, времени и денег, в конечном итоге оказывается убыточной. Конечно, цена не устраивает. Она едва ли оправдывает затраты. К примеру, аренда вот этой тележки плюс 10-15 сборщиков, за их труд тоже надо платить. Только за тележку 3-4 тысячи в день. Если бы у меня была своя техника, другое дело. Недовольны низкой ценой хлопка и сборщики. Сейчас за свой тяжелый труд под палящим солнцем они получают по 17 тенге за килограмм. Я сама выращивала хлопок, но только не смогла оправдать свои затраты. Цена каждый год вместо того, чтобы расти, только падает. Невыгодно сейчас хлопком заниматься. На приемных пунктах хлопка работа кипит. Ежедневно сюда привозят по 40-50 тонн сырца. Но это в разы меньше по сравнению с прошлым годом. Махта, вынума. В этом году хлопка намного меньше, чем в прошлые годы. Наверное, и погода повлияла. Но во многом причина кроется в колебаниях стоимости хлопка. Она то высокая, то совсем низкая. Сейчас цена на хлопок устоялась. Но чтобы оправдывать свое звание белого золота, его стоимость должна соответствовать средствам и силам, затраченным на выращивание.